Всероссийские соревнования на призы заслуженного мастера спорта Александра Пушницы в этом году отметили юбилей. Побороться за призы омского турнира вот уже 15 лет приезжают серьезно подготовленные самбисты со всей страны и даже из соседних государств. Вот и в этот раз подобрался довольно солидный состав. Около 300 спортсменов, мастеров международного класса и заслуженных мастеров спорта России. Хорошего уровня достаточно турнир. Второй год приезжают. В прошлом году боролся здесь. Сегодня вот приехал, сейчас второй год. За победу дают, мастер спорта, норматив присваивают. На торжественное открытие турнира в спорткомплексе «Красная звезда» собрались как юные зрители, так и люди старшего поколения. Надо сказать, что юбилей в эти дни праздновал не только турнир, но и те, кто посвятил долгие годы жизни борьбе с самбо. С 75-летием поздравили и первого тренера Пушницы Василия Грозина. Именно благодаря ему страна узнала имя великого борца. Тот вклад, который Александр Михайлович внес в развитие вообще единоборств, в частности борьбы с самбо на территории нашего и города, и области, он неоценимый. Естественно, заслуженно мы проводим этот турнир. И очень хорошо, что турнир проводится в таком формате и департаментом спорта города Омска, и Министерством спорта, потому что Александр Михайлович реально уважаемый человек, которому хочется сделать праздник, и он его делает уже в течение 15 лет. Три дня на манеже «Красной звезды» выявляли победителей среди мужчин и женщин в разделах «Боевое» и «Спортивное самбо». Одним из ярких представителей Омской области стал опытный боец с 15-летним стажем Сергей Демьяненко, стабильно попадающий в тройку сильнейших на чемпионатах Сибирского федерального округа. В первый день соревнований он одержал уверенную победу над соперником из Дальнего Востока, но в полуфинале уступил спортсмену из Свердловска и остановился лишь на третьей ступени пьедестала почета. Выступил, конечно, не совсем так хотелось большего, но третье место занял. Хотелось бы выиграть, конечно. Три дня упорной и напряженной борьбы позади. Зрителям было на что посмотреть. Каждый год организаторы стараются сделать все возможное, чтобы соревнования стали настоящим праздником для болельщиков и участников. И, как отметил сам Александр Пушница, юбилейный турнир удался на славу. Не только надо Александру Пушнице, так как он самбист проводит по самбо. Да нет, это нужно городу, нужно области, нужно общественность. Вот я смотрю, здесь много сидят и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. Они после такого турнира всплеск самбо, в частности, да, и вообще спорта, в частности, самбо возрастает. Всего было разыграно 17 комплектов медалей в различных весовых категориях, и больше половины принадлежат амичам. Так, всероссийский турнир на призы самого титулованного советского самбиста в очередной раз подтвердил сильнейшие традиции омской школы самбо.